Максим Незміянов, народний ревізор, юрист, політолог, ведучий програми «Споживач». З 2013 року працює виконавчим директором в громадській організації «Союз споживачів України». Доброго ранку. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні будете допомагати нам розбиратися у питанні, чи варто повертати все ж СЕС, цю службу, так, в Україні до їх перших обов'язків, можна сказати. Давайте все ж згадаємо, які функції виконувало СЕС. Давайте начнем с того, что последних где-то около 10 лет никакие функции она особо не делала. Что произошло? Еще при правлении Януковича санитарно-эпидемиологическую станцию переименовали в службу. Но когда переименовали, до этого она не работала, и после она так себе работала, потому что на нее был мораторий. То есть она не функционировала, по жалобам потребителей она не выходила. Все, кто знает, чем занимались СЭС в последнее время, они просто занимались вымогательством откровенным. То есть в городе Киеве эта такса была $100 с большой сетки ресторанов, с каждого ресторана. Если сетка небольшая, такса вырастала. То есть это были обычные рейдеры, которые работали под государственными такими, ну, флагами, да. Вообще у них прямые обязательства были. Контроль санитарного эпидемиологического состояния в нашей стране. Но, честно скажу, есть много вопросов, чем они занимались. К примеру, у нас есть санитарные требования к уборным, туалетам, простым языком. Они в последний раз обновлялись в 88 году. Ого. Даже тогда, когда они принимались, они были уже старые морально. То есть, что там прописывалось, чем убирать туалет, какое покрытие в туалете должно быть и ряд других требований. То есть, это нужно? Да, это нужно, потому что, как показывает практика, есть биотуалеты, которые сегодня появились в нашей стране массово. Да? Насколько они соответствуют вызовам? Почему они стоят не на временной основе, а на постоянной? Ты приходишь зимой, а стоит биотуалет, и он стоит там и днем, и ночью. То есть, проблема его, как он отапливается, какая там должна быть температура, свет, эти моменты не урегулированы, потому появилось такое массовое явление. Следующая проблема, которая связана с СЭС, это хостелы. Даже в Николаеве появилось ряд хостелов. В больших городах это просто ужас какой-то. Они находятся в обычных квартирах, там может жить тараканов меньше, чем людей. То есть там просто черт знает, что творится. И люди, которые воюют соседи с хостелами, они говорят, как вы открылись, с ними никто не может справиться, потому что такое понятие, как хостел, санитарными нормами не закреплено. Сколько там квадратных метров на человек, непонятно. Что по свету, по газовым плитам, по холодильникам, тоже непонятно. Ну, то есть такие моменты прописаны в санпинах. Чтобы вы понимали, санпины для общежитий прописывают, что для рабочих это 3 человека в комнате, для студентов это, возможно, 4 человека в комнате, и указана квадратура. Сколько газовых комфорок должно быть на сколько человек в общежитии? В санпин по хостелам отсутствует, потому сегодня люди, когда начинают с кем-то там запрашивать помощь от государственных органов власти, тебе говорят, ну такого понятия, а, нет, и б, мы не знаем, что с ними делать. То есть сегодня огромнейшая проблема хостела, туалет, там во всем, все, что касается санитарных норм. А наше государство почему-то считало, что это не в приоритете, и люди, которые должны заниматься разработкой этого всего, тоже никому не нужны оказались. И как следствие, с 01.01.2017 года санитарные нормы Советского Союза, даже те же на туалет, вообще отменили. Теперь вообще непонятно, как должен быть туалет. Можете там, ну, я понимаю, что в советском понятии было клозет, такие моменты, да. Но тут вообще уже ничего. Страна вообще ничем не контролируется, не регулируется. Решили восстановить при этом СЭС. Вот мне просто интересно, выходят они на проверку в общественную уборную, в туалет, да? И как они собираются проверять, если у них ничего нет? Люди, которые сейчас смотрят эфир, может, строители есть, они скажут, подождите, зачем санпины, есть ДБН, это строительные нормы. Но ДБН это как правильно построить, это тот же самый туалет. А как его эксплуатировать, это другие моменты. Чем убирать, сколько там должно быть света и масштабы. Этого сегодня нет. ДБН в нашей стране развиваются, я не спорю, а все остальное нет. То есть у нас ряд моментов. По бассейнам, по баням общественным. То есть даже если взять общественный транспорт, как там должна происходить уборка, вот эти все моменты. То есть государство должно оставаться на своем месте однозначно и модернизировать все эти требования. То есть мы понимаем, что меняется экологическая обстановка, меняются какие-то. То есть ничто не стоит на месте, идет развитие. Но, к сожалению, у нас такого нет. То, что хотят восстановить сегодня, это чистой воды популизм. Потому что надо задать вопрос, что вы хотите восстановить. В 2014 году СЭС вообще реорганизовали. Весь штат перекинули на Держпрод, на Госпродпотребслужбу или Держпродспоживслужбу, если на украинском. Потом шли суды. В 2017 вообще их закрыли, но там никого и не было. Небольшое количество сэсовцев перевели в Держпрод.
Насколько они эффективны? Ну, если раньше в Киеве, допустим, я по Киеву знаю точно, в одном районе было 5 сотрудников СЭС, сегодня один. Угу. Плюс, у нас государство само себе противоречит. К примеру, вы занимаете, государство нам обещает, что мы имеем право на безопасную там еду, услуги, товары. Окей, вопросов нет. Но когда доходит до дела, государство приняло ряд нормативов, которые само себя противоречит. К примеру, государство в следующем году выйдет на проверки. Когда об этом бизнес узнает, когда к нему придут, а в этом году в декабре опубликуют все списки на следующий год. Как вот все проверки за этот год опубликовали в декабре 2019. То есть ты вроде бы ждешь проверку, но знаешь, что в 10 дней вот эти вот, что она сама себя определила, они и придут. И ты сидишь и ждешь. Понятное дело, что ты такой порядок у себя наведешь, что никто ничего не заметит. Зато все остальные там 355 дней, к примеру, 356 это высокосный год. Было еще раньше, так. Да, то есть там вообще просто чорт голову сломит. Проблем очень много. Проблем багато, і просто відновити СЕС це не вирішить. Ні, це популістський будь ход чистий. Ну так, тому що і пояснюють причину, це тим, що розповсюджується коронавірус, і начебто це має якось допомогти саме у дотриманні якихось правил санітарних, можливо, в порятунку від цього коронавірусу в Україні. Та у нас взагалі огромніша проблема, коли ввели нам ряд цілих нових чиновників в 14-му році в Госпродпотребслужбу, у нас вспышки африканської чуми пішли, смотрите, скільки свиней, тобто у нас там просто у нас хронические системные проблемы в каждой сфере. То, что к нам попадет в ближайшее время вирус, это понятно. То, mm-hmm. что он будет вообще нерегулируемый никем, это тоже понятно. То есть уже в Киеве паника полная. Сегодня уже не найти марлевых повязок, хотя они особо ничем-то и не помогают. Ну, честно скажете, и в Украине, в Миколаеве також зараз. Ой, извините. Ну, прямий ефір так буває, інколи телефонують також зранку дізнатися, що як справи. Ну, взагалі так, в Україні, в Миколаєві зараз також паніка почалася, вже маски всі розібрали. Так, а що вони будуть робити? У них недофінансовано все, бюджет не виконується, я взагалі не розумію. Тобто люди, які сьогодні прийшли до влади, вони, крім того, що як би нові лица, як би, тому що там вже багато старих лиць, от навіть бувший глава Госпродпотребслужби, який в 2014-2015 році просто валив цю службу, угу. сьогодні вже перший замміністра по Мінекономіки. Вопроси, кстати, санітарні, оказались, СЕС розірвали на два кусочка. Один ушел в Госпродпотребслужбу під підчинення Міністерства угу. економіки, а второе ушло в мозг кусочек. И они должны были разработать санитарные нормы, чего они не сделали. Кто-то за это наказан, никто не наказан. То есть у нас сегодня система, что никто никому ничего не должен, и чисто формально. Люди, которые сегодня пришли к власти, то, что я могу сказать точно, мы встречались на Ялтинской конференции, то, что проводилось в осенью. Я задал прямые вопросы первому заму министра по Минэкономике, который занимается защитой наших прав, они вообще не в курсе, что есть какие-то проблемы. И вы понимаете, что я вам так скажу, на здоровье свиней в том году выделялось 700 миллионов гривен в Госпродпотребслужбе. Ну так, образно, там всех зверей, не только свиней. А на людей выделялось 140 миллионов. То есть приоритеты у нас свиньи, у нас не люди. Свиньи уедут за границу, их продать надо, а люди сами уезжают и ничего не делают. То есть у нас катастрофа, по большому счету. Катастрофа. Що у нас в Миколаєві, можливо? Бо ми бачили експерименти, зйомки щодо дотримання санітарних норм, так, які начебто прописані. Контролирующие органы забиты. Они частично где-то выполняют какие-то функции, но они не системны. А если они не системны, значит их нет. То есть эпизодически где-то участвовать в процессах это... Угу. Это не серьезно. А в чем проблема, объясняю, вот Николаев объясняю. Мы проверяли здесь центральный рынок с вами, да? Я захожу, во-первых, непонятна система контроля, а во-вторых, ну, люди просто дают денежку, а им приносят документы, что у них мясо хорошее. Вот все думают, а как же проверяется мясо на рынке? По органолептике. Вся страна проверяет на базарах мясо, рыбу, ну, все то, что опасно, по органолептическим показателям. Запах, цвет, вкус. Так это так любая бабушка может. Зачем нужна целое подразделение санитарно-ветеринарная лаборатория, которая просто, ну, непонятно чем там занимается. Просто сбор денег. У нас нет системного контроля на рынке. На жаль, немає, так? І мені здається, і так і по місту є над чим працювати. Це ж не тільки вчора почалося, це вже останні четверть віка, то есть ситуація в країні, і ну, воно все ухудшається. Государство рішило так, і люди, які сьогодні йдуть, і от я кажу, молода еліта, вона вся говорить, треба більше
меньше контроля на рынке. Я думаю, подождите, а чего вы так решили? Вот почему люди решили, что государство должно быть меньше на рынке? Чем меньше государство остается в Украине, что оно контролирует, тем для меня меньше остается Украины в Украине. Потому что начинается какая-то махновщина. Кто что хочет, то и творит. Потому что сейчас если разобраться, кому что принадлежит, почему это не закрывается. Вот я к вам шел, вся улица стихийной торговли. То есть курица, консервация. Если бы консервация, ботулизм. Если курица, то туберкулез, что угодно можешь там найти. Никому дела нет, потому що це контролює все поліція. Отже, ну я не знаю, чи можна так робити висновок. А Держпрод не контролює, просто по своїм нормативам вони не можуть вулицю перевіряти. Это все зона ответственности поліції. А теперь давайте вызовем полицию, сколько мы будем ждать. А потом давайте разберемся, что произойдет дальше. Даже если перед полицией штраф до 100 гривен. Это, и дайте, как еще будет выглядеть. Полицейский скажет, я у нее курицу забирать не буду. Я спрошу, почему? Он скажет, а где мне ее хранить до суда? У меня нету таких помещений. То есть, такое что-то на полиции оставили. То есть, полиция должна приехать, куда-то эту курицу всю собрать, отвезти, хранить. А потом, если она испортится, там могут пойти встречные требования. То есть, если суд будет проигран, верните компенсацию. То есть, полный маразм. И админкодекс сам по себе, ну, копеечный. За обвес, то, что вас на рынке обвешали, штраф там до, от, по-моему, 51 гривны. Или до 51 гривны. Ну, то есть, вообще не серьезно. Никто не обновлял штрафы. И поймите, люди, что у нас по реформам творится. Помните, отменили год назад книги жалоб. В чем была фишка? Говорят, ну, бизнесу не нужна книга жалоб. А как это они до этого довели? Они штраф за то, что книга жалоб не ведется, штраф был 17 гривен. То есть они штрафы просто не обновляли, а потом сказали, да это не серьезно, бизнес на это уже не реагирует, зачем оно нужно? И вообще ликвидировали. Теперь потребитель говорит, а что мне делать? Я говорю, да ничего. Да, говорю, ничего, ты можешь там в социальных сетях жалобу написать, но кому она нужна? То есть коммуникация между потребителем и бизнесом, владельцем пропадает. То есть у нас государство таким чем-то занимается, что я не знаю. Но надо просто философию менять. И у нас еще одна проблема. В связи с таким бардаком кадры испортились. Где взять профессионалов, которые смогут контролировать ситуацию? И такие, ну, зарплаты копеечные, туда не пойдут нормальные специалисты по качеству и безопасности. То есть СС это только один из вопросов, а там ветеринары, фитосанитары, защита прав потребителей, все что угодно. Ну от ви частенько заїжджаєте також до Миколаєва, з якими ще проблеми найчастіше звертаються? Можливо, от зараз, окрім того, що перевірили центральний ринок і побачили, що там дійсно халепа. Ярмарку вашу перевірили новогодню. Я сейчас то, что вижу, оказывается, ярмарки не было, никакого тендера не было, там никто, то есть как бы местный бюджет денег оттуда не получал. То, что я понял, то есть стоять, а ребята платили деньги, мне сам бизнес говорит, мы платим деньги, а туалета нет. Я думаю, как это? Я такого еще нигде не видел, как в Николаеве. Это что? Я думаю, это где вообще? То есть такое придумать, это ж надо каким быть больным человеком, чтобы бизнес тебе платит большие деньги, а вы им даже туалет не поставили рядом, воды не привезли. И ребята эти, вот этот бизнес бегает как эти, с этими баклажками. Я сначала придрался, почему-то грязно, а потом понимаю, а как тут может быть чисто? Им условий никто не дал, с них дерут три шкуры. Но в конечном итоге оплатит это все покупатель. Вы приходите на эту ярмарку, а там дорого. А почему дорого? Потому что кто-то что-то собирает, в местный бюджет денег не поступает, условий нет. Это вообще что такое? Я понимаю, что Николаев где-то далеко находится от цивилизации, ну как я и говорю, потому что где я не бываю, такого я еще не видел. Есть хорошие ребята, которым надо было бы просто помочь. Они разработали, допустим, рецепт для маринада шашлыков. Я спрашиваю рецептуру, а они не знают примерных условий временных рамок хранения. Таких моментов много, для этого необходимо было провести с ними семинары, проработать бесплатно, не надо их штрафовать, вызвать Держпродспоживслужбу. Но если люди платят аренду, дайте им встречно, какие-то курсы, воду, туалет, ну это что, сложно дать? Там же не 3 копейки, там 1030-50 за место ж. Так, ну, в місяць. Просто я зараз, знаєте, така хвиля просто того, що відбувається в Миколаєві, це за декілька хвилин, звісно, розказати дуже важко. Ні, просто я там, в київській ярмарці гуляю, я бачу, що у них стандартизовано, як воно в Києві відбувається. Ви не можете любое вино привезти, з цього вина делать глінтвейн, ні. Є один основной поставщик, він гарантує безпечність, точка, це відомий производитель, він виграє тендер. Це вино на всіх поставляється, із нього всі готують. І так багато моменти. Тобто кухня, что там по ассортименту, тоже все регламентировано. Я пришел на Николаевский вариант, просто смотрю и вижу частично чешскую кухню, сладости, но только один вид. А там столько видов сладостей в Чехии, кто в Праге был, тот меня поймет. Я думаю, почему не помогли, почему не подсказали, почему не доработали. То есть вот так вот тяп-ляп, 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 из этого вышла Николаевская ярмарка.
Миколаїв намагається, Миколаїв рухається хоч куда якось. Куди він рухається? Вона поїхала на западну сторону. Скажіть їм надо вернутися. Так, ну давайте, на жаль, час у нас завершується. Да. Так, не маємо так багато часу поговорити на цю тему, але все одно якийсь висновок давайте зробимо. Все ж, якщо СЕС повернеться, чи зміниться? Я думаю так, смотрите, СЕС вернеться, не вернеться, чорт з ними. Мені важливо, щоб вернулись професіонали на ринок і вернулись регламенти, стандарти, все вернулось. Не тільки СЕС, там цілий пакет на должен виходити. Пакет организации. Вопрос другой. Будут ли сделаны выводы после того, как к нам попадет в страну этот вирус? Потому что вопрос стоит, что наши ничего делать не будут, пока ЧП такое не произойдет, ну, глобального. Пандемия, не эпидемия, а пандемия. Потому что у нас сегодня проблемы с гепатитом С. Это же тоже санитары должны заниматься. Парикмахерские кто-то проверяет? Мы с вами проверяли парикмахерские. Ты же помнишь, что творится? Так. Это тоже СЭС. Они раньше проверяли раз в год. Теперь там вообще никого не бывает. То есть тут вообще просто так, гепатит С, это же страшно, ВИЛ, все, тут везде, куда ни брось, везде у нас эпидемия творится, но мы сейчас идем уже к пандемии. Вот если после нее выводов не сделать или население, или власть, тогда уже, значит, ну, мы сами виноваты. Я думаю, ми зрозуміли. Я вам дякую за цю бесіду. Так, є над чим задуматись. Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів України, був сьогодні у нас в гостях.